Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги, с вами Светлана Соколова. И на столе у меня весна, и в душе у меня весна, и везде у меня весна. И что сегодня? Что сегодня? Вот такая неприглядная коробочка на таком красивом фоне. Это первая распаковка в этом году. Я поздравляю вас с Новым годом уже с наступившим. И откроем посылочку, которая пришла мне с Алиэкспресса очень-очень быстро. Ну, меньше, чем за месяц. Если бы не праздники, она бы пришла еще быстрее. И здесь лампа. Мне ее никто не подогнал. Это я купила ее. Я купила ее сама, во-первых, потому что вы спрашивали у меня про эту модель. Это раз. Второе, мне было самой очень любопытно и интересно. Потому что она... недорогая для этой модели ламп, она недорогая, вообще можно сказать даже дешевая, дешманская. И третья причина, та лампа, которой я сейчас работаю дома, домашняя студия, она мне неудобная, потому что мне надо лампа другая, а все остальные у меня в студии для других целей, поэтому я заказала эту. Давайте с вами ее откроем, она легкая и она без коробки, и это скорее всего одна из причин, почему она дешевле, потому что вообще без коробки. Но я думаю, что это не имеет значения. Коробку все равно мы выкидываем потом. Так, я открываю. Да, и она, несмотря на то, что она без коробки, она упакована лучше даже, чем была бы в коробке. О, видали, вокруг вот такой пенопласт. Даже это не пенопласт, а такая упаковка интересная. Тут типа крышка. Сейчас попробуем крышку открыть. О, я уже вижу ее. И она такая красивая. Ну что мне делать, если я люблю красивое? Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Опа. Крышечка. Так. И вот она, красненькая. Выходи. Вот. Видали, открываю. Так, первое заглядываю, не даю вам. Открываю. Что-то уже упало. Инструкция, мануальчик, надон нет. Да зачем он нужен? Это, ой, китайчик просит 5 звезд, поставлю. Вот. Потому что быстрый, потому что... Нет, посмотрим, если работает. И вы посмотрите, какая она красивая. Здесь выдолблено название. И это Sun 1S на 48 ватт. И она с табло, с циферблатом, заклеена здесь пленочкой. Сейчас отковыряю. Ай, ладно, потом отковыряю. Или сейчас отковырять. Пленка здесь. Так, что там дальше? Дальше у нас вот такой блок питания. Блок питания на нашу. Ну, что-то погнутая малёха. Ну, ладно, это не страшно. На 1,5 ампера. Вот с таким вот штекером. Так, на 48 ватт. Давайте я загляну внутрь, потому что интересно. Дно на магните. Дно стояло наоборот. Вот этим обычно пленочкой внутрь. Вот сколько лампочек. Лампочки по бокам, по всему периметру. И лампочки сверху. И это... есть хорошо, магнитики. Так. Ищу изъяны, ищу косяки, ищу, найти хочу. Датчики движения вот здесь находятся. Так. Ничего не люфтит, ничего не скрипит. Ничего плохого. Правда, намагнитила на нее всякий мусор.
Но это фигня. Ну посмотрите, какая она классная. Какая она красивая. Какое все зеленое, какое небо синее. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ладно. Включаем. Это самое главное. Включить. Так. Ну, проводок не очень длинный, я уже вижу. Прям такие даже коротких, бы сказала. Вот. Всего ничего. Это печально. Вот здесь у нас гнездо. Так, кнопочки 10 секунд, 30 секунд, 60 секунд. Кнопка включения и выключения. Кнопочка, она же отвечает за сброс мощности. И сколько там, 99 секунд написано. Ладно, сейчас проверим. Ну, здесь вот пленка. Прям табло внутри так утопленное, не торчит. И вот такое прям классно. Да, здесь мощность наполовину. Если вам видно, вот полная мощность. Вот она, полная мощность. А здесь сразу в половину. Так. Ну, кажется, памяти у нее нету. Было бы странно с такой ценой еще, чтобы и память была. Табло повернуто к, не к мастеру, а в обратную сторону. Отсчет вперед. Если руку помещаете в лампу, то отсчет идет вперед. Нет, памяти в этой... В этой модели нету памяти, так что каждый раз придется нажимать. А если нажимаете на кнопочку, то будет отсчет времени в обратную сторону. Оп. Так. Вот. Сейчас вперед. Видали? Видно, вперед идет отсчет. А если я нажму, то отсчет будет назад. Никаких звуков не издает, кроме клацания по вот этим кнопочкам. Тепло в ней достаточно. Так. Какой-нибудь возьмем материальчик, проверим. Давайте вот такой полигель проверим. Это у меня новиночка от фирмы ZO. Камуфляжик сейчас нанесу пожирнее, побольше. Давайте я нанесу на верхнюю форму и посмотрим, как высохнет этот полигель. И такую капельку возьму, побольше такую, вот такую прям жирненькую. Сейчас немножко распределю ее. Это только в качестве эксперимента. Но здесь большая, очень большая толщина. Отправлю лампу ровно на одну минутку. Все, смотрим. Посмотрим. Так. Где мой щуп? Проверяем. Проверяем, не прогибается. И тут. Оп, хрустит все. Так. Все высохло. Абсолютно все. За минутку. Ну, тут толщина, конечно, как подушечка Orbit. Вот такой у меня был для вас обзор на лампу Sun One S. Видите, приставочка S на 48 ватт, которая должна сушить все материалы. И даже если она прослужит недолго, ну, я не знаю, она прям выглядит нормально. Она не гудит, никаких звуков не издает подозрительных, ничего такого. Я не знаю, сколько она выдержит, но, по крайней мере, за такую цену, я думаю, что если она будет сушить материал, то я не думаю, что стоит мимо нее проходить. Так что обратите внимание, особенно если вы дома ноготочки сами себе выполняете. Она красивая, она хорошенькая прям. Я-то думала, она еще выключаться будет за счет этой кнопки, но нет. В смысле, выключаться, чтобы табло не горело.
Нет, вот мне надо, чтобы табло было в другую сторону. Мне надо, чтобы я могла нажать кнопку и отключить табло, чтобы оно мне по ночам не горело. Ну, понятное дело, что нужно из розетки выключать, но мало ли, пусть табло не горит. Хотелось бы, конечно, выключать и табло. Итак, тут у нее все такое, знаете, продавленные буковки, не написанные, а прожженные буковки. Вот такая лампа, так что если что, если вы ищете недорогую лампу на 48 ватт, я ссылочку вам оставлю, поставлю 5 звезд продавцу, потому что все работает, все дошло очень быстро. И что еще надо? Красивая, отличная лампа. Вам огромное спасибо за просмотр, за ваши лайки, за комментарии. И приходите еще, потому что будет скоро много интересного. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока! Пока-пока! В лампе отверстия совпадают с отверстиями на магнитной подставке. Что-то я как-то на это раньше не обращала внимания. Надо будет как-то обратить.